Добрый вечер, уважаемые любители футбола, в частности мини-футбола. В очередной раз, уже традиционно для... площадку, посмотрим, что сейчас придумает Вячеслав Белянский. Как обычно, интересно, но интересно сейчас будет у его ворот выход 1-1. И шикарная реализация, Егор Свищев. Гости выходят вперед. Тишина сейчас гробовая в зале. Глазового мяча. Белянский. Уже с большим удовольствием, с привычным большим удовольствием называю фамилию этого футболиста, который раз за разом забивает невероятно. Во время трансляции никак не связанный. Расчехлять свою пушку. Нет! И какой гол получился, непонятно, рикошет. Егор Андрей Поглазов это заметил. Да, делал передачу на Кротова, который открывался, но Свищев, Скрябин забрал, отдать передачу. И Бастриков как технично исполнил Андрей. Скрябин, конечно, практически именно Скрябин сделал сам этот момент, но исполнение Бастрикова. Якубчик, не ошибаться, ошибся Якубчик. И делать передачу. 3-2! Фантастика! Только появился футболист. Четвертый полевой у Поморья, и они сумели забить. Бахтусов, если я не ошибаюсь. Не успел я даже сказать о том, что наверняка Густаво успел очень серьезно поговорить со своими подопечными в раздевалке, потому что объективно плохой был первый тайм в исполнении ростовчан, и с места в карьер сразу. Итак, номер 88, Иван Подшивалов, номер 53, 5-2. Было понятно, что в первом тайме недонастрой, однозначно недонастрой. Спустя рукава играли футболисты. Вместе они расположены были до этого тура с 12 очками и на последнем месте. Здесь болельщикам и его личным фанатам все-таки удалось отличиться Васильеву Путрусу. У него армия племянниц и племянников на трибуне. Им большой привет от дяди.